Легче или сложнее тут ездить в последние годы? Нет, не стало сложно. Было сложно во время, когда предъявляли, чтобы иметь много гривен или доллары. А сейчас наше руководство, которое сейчас пришло к власти, немножко упростили процесс переезда. Можно было ехать и туда, обратно. Так что это не так, не такая проблема. С помощью Обамы наша служба во многом переоснастилась в техническом плане. Были приобретены все необходимые средства для того, чтобы оснастить как контрольные пункты пропуска, так и, так сказать, заставы.